Третья книга Моисея, Левит, глава 8. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу, вот что повелел Господь сделать. И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперстник, и на наперстник положил урим и тумим, и возложил на голову его кедар, а на кедар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это, и покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы освятить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы освятить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кедары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. И рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике, это всесожжение в приятное благоухание». Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон, и взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которые пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо, и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвенники со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею.
И взял Моисей елея помазания и крови, которые на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его: «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь, в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея.